Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсов. Я любимой женой. Вот сижу здесь в нашем зале, дорогие зрители. Да, хлопаем в ладоши, потому что сегодня у нашей Анечки, нашей дочечки, день рождения. Говорю сегодня, потому что время сейчас 1:00 ночи, дети спят. А мы вот снимаем видео и уже, по сути дела, начали отмечать день рождения. Потому что Аня родилась 5:10. Вот. Так что мы уже можем отмечать. Она рожала 1 раз, я рожал 9 раз, друзья. Не представляет, вот так он была. У нас есть слово такое тут. Дорогие зрители, сегодня, да, наша Аня, день рождения. 1 мая, который праздничный день. У нас был второй праздник, который тогда входной день, да, и до 22 мая. Да, всегда мая. Выходной день. Это... Вот. Тогда у меня кафе был, когда родился Аня, 12 часов или 1:00 ночи дома перешел, вот такой голова. Я позвонила, такой. Говорю, что пора... Давай начало поговорим, начало. Пора собираться в дорогу. Не представляете, друзья, не представляете, такой-то дурдом был. Начало, что, как это произошло, которое мы хотели там ребенку. Просто именно дочку, она, не знаю, вот девочка, принцесса, чтоб не говорили, что мужчине нужен мальчик, а на самом деле они мечтают о маленькой принцессе. Вот что не позволено сыновьям, то позволено дочке, я вам папа серьезно говорю. Папа дома, где живет девочка, точка. Да, это правда. Папа дома, где живет дочь. Со. И она точно. Это знает, она им крутит, вертит, как хочет, просто. Я могу поругаться, я могу что-то требовать, а она так посмотрит, и вот, и все идет, папа вместо нее делает. Это... Дорогие зрители, Аня, которая когда маленьким был, очень красивый ребенок в плане. Ну и сейчас красивая. Да. Ну, когда для... маленьким еще лучше, для еще красиво был. Всегда дети на глаза, самые да? красивые, конечно. Да, всегда красиво, но когда маленький, который, когда дуешь, так лицо ребенка сразу улыбается. Вот Аня вот таком был. Я перевираю, каждому ребенку это так не получается. Но Аня улыбается, Аня всегда вот... Попозже она начала разговаривать. Она очень спокойная была. Вот. И вот поэтому, если бы она не была такой спокойной, возможно, у нас бы 3-го ребенка не было. Потому что таких, как Анечка, можно еще парочку. У меня прям даже на детской площадке, где все вот женщины говорили, что она спокойная, она рассудительная была, она играла так, она прям правила устанавливала, пальчиком грозилась, всем такое. Ну, если упадет, не плакала. Прям вот губки надует, вот прям вот держит, ну не плачет. И в садике она была всегда большая. Она родилась 3 килограмма 330 грамм, то есть обычный ребенок, кстати, самый маленький. У меня мальчики были, значит, и больше, 3,5-3,600 вот были. Папа, не видишь, какая? А это вот она родилась меньше, но потом начала очень быстро расти, и вот она была всегда большой. Наша семья, дети всегда большой. Я себя, я знаю, я 14 лет был, я 1,80 м был, 14 лет. Я очень высоко был. 14 лет. У нас всегда вот так. Наша семья всегда так. Просто это Аня, у меня, которая по-другому. Я когда приезжаю после работы дома, я сразу хочется дочь видеть. Сразу. Сейчас я так помню, тогда был в Москве очень-очень холодно был, который где-то -15-20 был вот такой. Представляет, один турок, который туда Россия переехал, работает на улицу. 15-20 минус, и приезжает дома, и сразу убежит там ребенка посмотреть. Русско разрешает? Нет. Помой руку, помой себе, помой лицо. Вот таком, да, друзья, так в шоке был. Представляете, это так, Аня очень красива. Аня тогда, в детское время, так я помню, я ее лицо видел в нашей семье, которая это там электрик, наша семья. Аня очень похожа, моя мама, очень похожа. Там фото друг на друг радужком положите, одинаковые, без разницы. И сам мне похожа, в мое детское время. Аня,
Конечно, так она 12 лет, друзья. Она 12 лет. В 2012 году родила она, 1 мая. 12 лет. Осталось сюда 6 лет. 6 лет потом она уже там большая. 18 лет будет. Да, дети очень быстро растут, время идет. Время идет от нашей жизни. Мы стали с вами. Да, дети радуются каждому дню рождения, и это все. А время пролетает. И вот мы сейчас отметим Анин день рождения, начнем думать про следующий день рождения. А следующий день рождения будет у Андрея через месяц. Ему будет уже 18 лет. Аж не верится. Ну вот. У меня март, друзья. Я холодный человек. Март. И март у меня 16 марта. Я холодно, поэтому. Ну, обычно я улыбаюсь. Обычно я так хорошо так. Почему народ вот так мне так придумывает? Не знаю, ну, холодное лицо. Раз всякое бывает, разные ситуации. На тебя охранник накричал, и тебя уже настроение испортилось. Тебя там, не знаю, что-то вот такое случилось, и тебя уже вот, ну, не каждый раз же вот улыбаться. Я тоже не всегда вот так улыбаюсь и хожу, и сплю. Кто-то может думать, что я с улыбкой сплю. Нет, ну, когда от тебя хорошее настроение, оно прям глаза светит, ты можешь не улыбаться. Ты можешь вот... Да, я более энергичный человек в нашей семье, это вот я придумальщик всякой всячины. Ну, так и должно быть, потому что если бы оба были вот такие вот, ну, вот и один, как вот если лебедь, рак и щука, один в одну сторону, другой в другую бы сторону тянул. А так у нас вот кто перетянул, и все и за мной побежали. Мы обсуждаем, конечно. Мы не просто так вот сорвались и поехали куда-то там. Это все заранее планируется, обсуждается это все. И нас, я уже говорю, на сегодня, потому что вот оно будет сегодня, тоже уже запланировано мероприятие, как мы будем отмечать дочке день рождения. То есть, ну, это жизнь идет. Друзья, подарок есть, моей дочери подарок есть. Очень много народа, который слезет в наши лишние жизни. Да, мы перестали теперь открывать коробки. Мы лишние жизни, которые показывать. Интересуют человека из всего, лишние жизни. А что подарил ребенка, а что давал ребенка, а почему это не купили ребенка? Я устал это так почитать народом, которые лишние жизни слезет. Я никого лишней жизни нос не подсуну. Она говорит, личной. Личной, какая разница. Ну, я понимаю, вот, что вот для тебя те лишние же, да. Кто просто, говорит. Просто народ хочет так много чего узнавать. Много чего. Я знаю, там несколько человек есть вот такой. Я их периодически блокирую, а они заново заводят аккаунты уже с каких-то других. Серьезно, других каналов нету, что ли? Только наши. Не хочу говорить про это. У нас радостный день, все, мы это закрыли. Я перестала отвечать, перестала спорить. Я просто, если кто превышает лимит гадостей, все, закрыли. Друзья, кто-то писал, почему Юсуф не уехал там с именем туда. Кто-то писал, они разводил, Юсуф отдельно живет туда-сюда. Кто-то писал, который Юсуф другой семья есть. Кто-то писал много чего. Uh-huh. Это Соня, правда. Мы все вместе. Конечно, каждая семья свои проблемы есть. Мы тоже обычная, простая семья. Мы все вместе, друзья. Никакой разницы нет. Почему я не ездил? Во-первых, они много пешком ходят. Мне не нравится. А второй, который автобусом 8 часов сидит куда-то ехать. 11 было. 11? Да, мы из Будвы в Белград ехали 11. Я Белграда видел, Сербия видел, которые балканские, там соя видел туда. Я Европа жил, да, давно, но машины у меня везде я был. Булгария я был, Греция я был, везде я был. Мне не нравится такое место. И еще плюс проблема у меня паспорта. Просроченная, который паспорт. Не хотел, просто хотел дома неделю отдыхать, если честно говоря. Но дома отдыхал, там третий день, уже так грибовая инфекция меня начал. Я говорю, вот если бы ходил на работу, бегал бы куда-то, вот, а не три дня дома лежал, то и
ничего бы не было. У нас были выходные, праздники, и не было ни у кого нигде работы. То есть, либо люди куда-то уезжали, либо вот, ну, гости в отеле. Мы там в Европе столько видели турок, вот прям такое ощущение было, что мы вообще из Турции не поезжали. Ну, Еще настоящий там иностранцы, Европа зону не видел. Который говорит, Сергей Мербе, это там все ерунда. Иди посмотри, Франция, Германия, туда-сюда, понимаешь, что имею в виду. Придет время когда-нибудь, когда облегчат визовый режим, не будет таких сложностей, когда-нибудь. Европа увидит, особенно ничего нету, друзья. Что-то ищете, Турция. Европа, я жил сколько лет, везде ехать ел, везде, каждая дырка я слезал. Ничего интересного нету, кроме Франции и Швейцарии. Остальное все, черкните, ерунда. Просто там здание, каменные здания, там такое красивое. Народ так фоткает. Что дальше? Что? Италия, есть вот такое здание. Пицца, куле пицца. И что? Видел пицца куле? Что ты получил? Пицца получил. Ладно. Тебе пицца дают они? Короче говоря, вот вы поняли, у нас разный взгляд на путешествие, но мы вместе, потому что у нас очень много есть точек соприкосновения, и нас это все устраивает. Машинам надо ехать в Европу, которая там большой, машинам надо ехать. Куда тебе понравится, туда надо остановить, туда стулья надо положить, туда ближе к вечерам, вкусно чай надо приготовить, жена обсуждает, да? Ну, в общем, у турок на первом месте стоит культ еды. И это так и подожди, есть. Подожди, еще мечта не закончилась, сразу не сбивай. Ну, про культ еды я да, уже говорю. Да, еду еще не пришел. Холодильник будет, еда. У меня, кстати, там овощи варятся на салат. Лагом. Так что, давай, закругляемся, у меня там овощи. Друзья, я куда-то ехать, неделю отдыхать, либо там неделю гулять и приехать. Я не любитель такого. Я не любитель, если честно говоря. Я хочу сегодня машинам ходить помедленно. Куда мне понравится, туда отдыхать. Куда мне там понравится, туда гулять. Куда мне хочется, туда стоять. Понимаете, программа, которая туру, компания, птовком ездить. А мы не ездили по Турку. А путевке. Что народ увидит, я не знаю. Нет, мы тоже не по Турку. Это путевке. Я не говорил бы. Я это не говорил. Мы продвинутые туристы. Просто вот эта улица, на этом улице, один туда, один сюда, все, закончилось, пойдем дальше. Я это не любитель, я совсем другой. У меня медленно жизнь, очень медленно жизнь. По-настоящему я не медленно, но жизнь медленно. Когда путешествовать, медленно надо быть. Надо быть все увидит и смотрит вот так. Я такой человек. Я такой. Что? Да? Вот он такой. Я его такой. Принимаю таким, какой он есть. И это замечательно. Он принимает меня такой, какая я есть. Поэтому... Человек есть из Стамбула, посмотрит вот так гора. Говорит, ты большой или я большой? Я тебя скоро убиваю. Я не такой. Я из Стамбула против... Хочу сидеть, посмотреть. Вот чувствует, который, кто живет, как живет. Города, звук хочу слушать. Я романтик. И засмеялись. Потому что романтик у людей воспринимается, это вот свечи. Вот, свечи, мне ерунда. Ну, видишь, поэтому... А что свечи романтические, Елена? А мне нравится звезды считать. А что, Икеа свечи хочешь купить? Да вон лежат. Это мне не нужно. Это мне не нужно. В машине есть мне там туда свечи. Просто сидеть... Город, звук я хочу слушать. А мне нравится звездное небо. А еще, знаете, мы когда... Ты можешь вверх посмотришь, я прямо посмотрю. А я вверх люблю смотреть. Все равно, 10 лет почитай, 10 лет потом мы с тобой останемся. Через 10 лет наш малыш тоже 18 будет. Да ты его всегда малыш будешь называть. Это... И что? И ну и 18. Папа, что? И что? Ну и 18. 18. Что изменится? Ничего потом не изменится. Я тебя возьму куда хочешь. И караван куплю. Караван. И здесь начинаем. Мультивиза делю я тебе. Караван. Это 10 лет ждать. Я за 10 лет могу уже полмира объехать.
Дорогие зрители, терпеливее надо быть вот такую, не знаю, как это называется. 10 лет надо ждать, конечно. Дети учить, школа. Через 10 лет 18 будет. Сами вставать в университет ходить не сможет? Может. Тогда мы с тобой пойдем гулять. Тогда я пенсионер буду. Угу. Думаешь? Нет, не будешь. 51 будет? Нет. 51 нет. Друзья, караван куплю. Забираю жена. Караван назад все, еду, напитки, там, кровать, мровать, холодильник, печку, духовка, что-то надо. Все положу. Польный бак. Короче, топливо. Сегодня будешь свечки задувать, а у нас есть такая традиция, что у нас свечки задувает не только именинник, а все члены семьи по кругу. Вот завелась у нас эта традиция много лет назад, и она у нас есть. Так что можешь загадывать желание. Вот ты его. А что загадывать? Куплю караван. А что загадывать? Один алё, со, куплю, со, очень просто. Но это я буду делать, но в данный момент, если купим, куда останавливаем, это проблема. А вон там, возле дома. Возле дома будем жить. Потом я дома не приеду, плакать будешь. Плакать будешь. Сразу пойду в свой деревню, свой, который земля, туда-сюда. Ай-яй-яй. Тебе так видео позвоню. Да, и через 3 дня вернешься. Думаешь? Ну, 3,5. Может, 3,5, так? Да. Я не знаю. Нет, сейчас такого нету у нас там плана, но через 10 лет потом еще раз поговорим с тобой. Да. Дорогие зрители. Если 10 лет нас еще будут зрители смотреть, скажут, почему мы снимаем, продолжаем снимать видео. А, наверное, вот это мы уже привыкли, втянулись. У нас много друзей, зрителей, вы с той стороны. Это наши тоже друзья, хороших людей гораздо больше, чем тех, кто вот обижает. Наверное, каждый человек мечта, как я. Сейчас мое, которое подписчики, где-то 85% женщины. 85%. И статистически я посмотрел Ютуба. 15% мужчины. Каждая женщина, наверное, мечта, которая свой мужем, который караваном гулять. Нет, не факт. Больше, чем половинка, которые... Пишите под видео, друзья. Пишите, кто там мечта. Кто не хочет с мужем, который гуляет. Караван, это, если кто не знает, такая вот машина, в которой ты... Ну, твой дом. Дом на колесах. Вот он. Вот, такую машину. Кто не хочет? Это мое... Есть мечта. Но посмотрим, если жизни хватает. Хочу. Если не хватает прощения. У нас день рождения у дочки. Да. Просто дочки нет рядом. Если бы она сидела рядом, мы поговорили. Она бы уже сама тут успела наговорить. Она вечером, когда у меня видит, сразу начинает со мной спорить. Что? Потому что солидно спорить ни с кем. Так? Мам, это... Ну, Анечка, здоровья тебе, счастья, радости. Будь умничкой. Я так, друзья, каждый ребенок, который... На будущее что-то приготовлю, каждый ребенок. Я надеюсь, они там все хорошо, место они будут потратить, что готовка у меня. Если они так поддерживают мое, которое правильно, мое, которое что-то разговору, если они меня держат, будущее будет отлично, хорошо. Каждый ребенок, одна, которая переезжает в мир, каждый человек с собой... Отдельной жизни. Посмотрим, мы 7 человек дома. 7. Каждая отдельно страна живет. Это он про своих человек. Сестер говорит и брата. Каждый у нас в мире живет, который там все, наша семья. Наша семья где будет жить, в будущем не знаем. Если родители был бы, наша голова так был бы. Нет, конечно. Но родители одно граница, которую там дети держат. А сейчас... Современные законы дети дома держат, не имеем права после 18 лет. После 18 лет ребенка что хочет, умеет право делать. Сегодняшний закон вот так показывает. Но через 10 лет что будет, какой закон будет, неизвестно. Мы жизнь будем, не будем, это тоже неизвестно.
Но сегодняшний день посмотрим, сегодняшний день поговорим. Желаю длинной жизни знания. Желаю умно и красиво и со хорошим здоровьем. И всегда остается красиво и со мной. Наш, мой цветочек, я его называю. Да, Анна Меникше. Меникше — это фиалка. Цветочек. Это моя мамин имя. Друзья, Меникше. Вот такой жизнь. Всем хорошего видно. Люблю вас, дорогие зрители. Всем пока. Увидимся. Ну а сегодня у нас будет вечером. Отмечать будем день рождения. Планируется прямой эфир. Видео не будем снимать, а будет прямой эфир, и вы можете Аню непосредственно поздравить прям вот. Так что следите за каналом Turkish People. Все, увидимся. Пока! Подписывайся. Все, пока.